матчу с Ростовом «Дизель» подходил в хорошем настроении. За два дня до этого «желто-синие» разгромили «Южный Урал». Однако та встреча не была показательной, ведь команда из Орска потеряла шансы на плей-офф. А вот южане, наоборот, всеми силами цепляются за свой шанс выступить в весенней части сезона. Правда, голы Данилы Попова, который отличился в меньшинстве, и Александра Тимирева поставили под вопрос перспективы ростовчан. Но они быстро отыгрались. И хотя Михаил Патрикеев во втором периоде вновь вывел нашу команду вперед, гостям опять удалось огорчить пензенские трибуны. Команды пытались решить исход матча в основное время, но раз за разом им это не удавалось, поэтому встреча перешла в овертайм. А в дополнительной пятиминутке удача была на стороне ростовчан, которые вырвали победу 4-3. А «Дизель», в свою очередь, может записать себе в актив один турнирный балл. «Не забиваешь ты, забивают тебе, и соперник наказал нас за ошибку защитника в своей зоне. Значит, и забил победный гол. Ну ничего, ничего страшного. Готовимся к следующей игре, готовимся к плей-офф». Несмотря на поражение, «Дизель» сохраняет третью строчку в турнирной таблице и опережает «Тюменский Рубин» на 2 очка. Впереди у команд по 2 матча. Первый из них дружина Алексея Ваулина проведет в понедельник, 15 февраля. В Пензу приедет хоккейный клуб «Тамбов».